Итак, привет-привет! Кто меня не знает, меня зовут Таня. Это третье видео о пляжах Ларнаки. Сейчас вот мы на кругу и начинаем это видео прямо вот с круга возле порта. Да, если повернуть сейчас налево, мы будем в порту. Но мы едем прямо по улице Макариус-авеню. Итак, меня зовут Таня, кто меня не знает, и у меня есть два предыдущих видео о пляжах Кипра, вы можете посмотреть, ссылочки вот здесь. А сейчас мы едем прямо по Макариус-авеню, это главная улица на в Ларнаке. Как во всех городах, главная улица это Макариус. Вот, вы можете посмотреть вот немножечко, а мы направляемся к Финикудес пляжу. Итак, я где-то оставлю машину, припаркую, потому что дальше тяжело найти парковку, и мы пройдем наш тур пешком немножечко по променаду Ларнаки. Итак, мы уже вот на главной набережной Ларнаки, которая называется Финикудес. И как вы видите, здесь устроены такие вот для занятий, физических занятий, очень удобно, прямо под открытым небом. Здесь многие занимаются утром в 5, в 6, в 7 часов. Сейчас 8 утра и уже вообще-то жарко. Ну а улица, эта набережная, названа в честь вот этих вот пальм, финиковые пальмы, которые растут. Здесь свободно целая аллея. Вот, и вот, вот такие вот вкусняшки вырастают. Значит, а мы пройдем на марину, тут небольшая бухта для небольших яхт. И я буду приставать и спрашивать туристов их мнение. Если вам интересно, давайте послушаем. Первый раз в течение недели. Понравилось вам? Да, очень понравилось. А где вы остановились и что вам понравилось? Мы остановились в небольшом отеле, через Booking его бронировали. Что понравилось? Понравилось отношение людей. Очень удивило, как мы в автобусе ездили. Водитель специально останавливался. Даже если не по маршруту ехали пассажиры, объяснял, какой им автобус нужен. Подвез девушку бесплатно там до остановки, с которой легче было отправиться. В общем, отношение людей замечательное. Спасибо. А с какого вы города? С Подмосковья. Итак, мнение туристы, это здорово, но мы пройдем с вами по песчаному пляжу Финикуды, чтобы вы смогли увидеть сами своими глазами, какой он пляж. Значит, это городской пляж, он бесплатный, вы можете прийти сюда со своим полотенцем и лечь, или купить этот лежак за 2,50 и зонтик 2,50. Это в зависимости, что вам нужно. Вот видите, здесь пляж из песка, он такой желтовато-сероватый. И так как это центр Ларнаки, здесь проводят различные мероприятия. И как вот в этом году, это ежегодное мероприятие по волейболу. Это международное соревнование по пляжному волейболу. И здесь команды с разных стран. Я видела и Россию, видела, естественно, Кипра, Испания вот сейчас играет, Португалия и многие другие. Здесь четкий график, кто-то выступает уже, кто-то только готовится. Во время перерыва интересное выступление. Вам нравится здесь? Как давно вы здесь? Месяц уже. Месяц. И где вы остановились? Какая гостиница? В апартаментах. Нравится? Все нормально или есть? В принципе, да, все нормально. Вот я прилетела. Главное, что детям нравится, им здесь очень комфортно и по климату, и главное море для них. А откуда вы вообще? Мы из Киева. Итак, спасибо киевлянам за теплые слова, мы пойдем дальше глазей. Да, это свежая кукуруза. Для вас непривычно, это кукуруза, которая жарится на углях. И вы наверняка знаете, что это очень полезный овощ и содержит разные витамины, которые очень полезны, чтобы перекусить вот так вот, как бы здоровое питание прямо на пляже. Вот. А с другой стороны, видите, там рестораны. Также здесь можно прикупить орешки и вот сладости, местные сладости, как шушука вот это вот висит, это виноград в сиропе, орешки в виноградном сиропе. Или, как я вам говорила, в сиропе рожкового дерева. У меня есть отдельное видео, вы можете посмотреть о рожковом дереве, это мой любимый фрукт. Ну вот, это пляж, вернее, набережная. Здесь кто катается, кто подрабатывает, как во многих курортных городах. Очень спокойно, дружелюбно,
и хорошо здесь отдыхать. Да, на Кипре много мусульман, но они безобидные, как-то вот все складывается более-менее тьфу-тьфу нормально. Вот. Также здесь можно купить билет на туристический на тур прямо вот здесь на улице, и вас на автобусе, знаете, таком большом, повезут и покажут разные туристические места. Также здесь автобусы останавливаются, которые могут вас отвезти в разные города, и добраться можно сюда на автобусе, где вы сможете пару узнать время, и я куда, вам оставлю какие номера и какие автобусы куда идут. Ну, как видите, здесь можно провести время и много чего увидеть, и до вечера, потому что прямо здесь же расположились ресторанчики, кафе, бары, значит, и для детей аттракционы. Меня часто спрашивают, что можно купить на Кипре и что нужно. Ну, вот прямо здесь тоже можно зайти в какой-то периптер, и вот можно купить спайси, оливки, я бы советовала, оливковое масло, такой продукт, как сироп рожкового дерева. Да, подробно у меня есть видео, вот заходите, слушайте, очень полезно. Чаи разнообразные местные. Ну, много чего, об этом я расскажу более подробно. А сейчас мы на пляже Кастели, это Маккензи район, чуть-чуть подальше. Изначально я хотела все в одном видео, но теперь я решила, что отдельно я сделаю следующее видео, это Маккензи и Кастели. Так, посмотреть вам вот, как бы быстренько я вас провезу на машине, и вы можете посмотреть, иметь представление, что это такое пляж. Он и пляж песчаный тоже, приятный тоже, пологий, спокойно заходить можно. Но, в принципе, я думаю, что я остановлюсь и вам покажу все. Потому что это, в принципе, вот район Маккензи, и по дороге мы едем прямо к старому аэропорту, а с левой стороны находятся рестораны, дискотеки. Здесь все увеселительные вот заведения, в принципе, которые находятся в Ларнаке, не в туристическом районе, о котором я рассказывала в первом видео. Ну, на этом все, и увидимся в следующих видео. Надеюсь, что вам понравилось. Обязательно ставьте лайк, задавайте вопросы. Мне очень интересно. И пока-пока, до следующего видео. Удачи вам, с любовью, с Кипра, Таня. Пока! Я объявила, значит, следующее видео будет о Маккензи и о подарках с Кипра. Чтобы не пропустить, обязательно подпишитесь и поделитесь со своим другом этим видео. Спасибо, пока!